аккуратненько. Ваша задача будет в конце точечно только бомбота вбить. Кас, куда идти? Так, так, все, давай, начинай, погнали. Там Кругаски кидает, бафните локу. Пять босса точечно. Хилы, если что, говорите. Хилы, говорите, если что, маны зальем. Фрейма ваш вынес. Если что, буду говорить, кому маны лить. Вы как-то босса маленько кривовато водите, выводите его, ведите туда, где нету этих хламоботов. Не бойтесь, прям отдалите камеру на максимум и выйдите. Давайте, побежали уже, кучим сейчас контроль будем. Не бейте, не бейте в сердце. Бейте сейчас весь ненужный трэш. Ужочек поставил, бейте его. Погруз следите только. И по стеночке вон, видишь, они в центр идут. Опять через кучу их лестниц. Короче, чтобы проще было, понятнее, у хламоботов таргеты изменить нельзя. Они постоянно идут на босса. Их можно только заморозить, приморозить, остановить. Давай-давай, проходи, проходи. Ты туда. Не пяться, ты не пяться, надо быстрее. Куча туда поближе иди. На кучу можешь запрыгивать там, как-то, короче, пытайся. Под боссом находится, еще раз повторяю, короче, Простя и Лейша. Упал корни им. Куда повел? Знаете, брался я. Берн у тебя, я Берн, не резать его никто. Че ты хочешь тут перевести, как ты думаешь? На контрольте, контрольте, морозьте. Скину сейчас. Еще 15%, бейте, бейте. Вот рядом с синим квадратиком, видите, ребята? Идут хламоботы. Во, приморозьте их. Отведи еще подальше чуть-чуть. Я предлагаю сейчас хламоботов чуть-чуть отпустить. И вот где сейчас босс стоит, вот сюда, к синему квадратику хламоботы, чтобы пришли, а на другом конце платформы переведем. Тогда стопните, блядь, стопните, не бейте. Не бейте, пока не бейте, сейчас я этих хламоботов откину туда, в общую кучу. Не трогайте босса пока. И вот приморозьте их теперь и уводим в другой сейчас конец комнаты кастует, вообще его. Сейчас он 10 секунд кастует, и потом поведем. Морозьте, там, морозьте, морозьте, морозьте. Где уже максимально, я с тебя второй раз стал. Нажми, потом заберешь ворот. Пижон, откидывай. Во, все. И теперь уводи к другим воротам вообще. А сейчас я эту кучу откину всю. Бейте, переводите. Все, и тут переводите. Бейте, бейте, переводите. К пятом вызови там на босса. Почему тебя ману установит? Я васаби куда вымер? И тут переводите. Все, сейчас трэш полезет, давайте на исходную все идите. В центре остается Хантер. Вар один, ралли. Контрольте мобов постоянно. И Элем, короче, Шанан. Все остальные идут на исходки и бейте. Они нужны трэш и контрольте. В центре только трое. Вас там достаточно. По КД кидайте замедление и все нормально будет. Тут два синих возле совы, два синих возле совы идут. Ну, стой, 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 стой. Дролю. Давай веди. Вон еще у совы рядом, рядом. Дал корни, не знаю, поможет. Нет, давай, 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 веди, веди. Во, все, молодец. Проходи, проходи, скорее, проходи. Кто в контроле сейчас не задействован? Стой, 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 не иди. Все, молодцы. Давай, уводи. Уводи, уводи, уводи. Все, так и идем, молодцы. Че, подождем их воротам, да, переводим, да? Да, 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 да. Сейчас заморозьте их вот там вот.
Заморожьте, где они сейчас. Так, рядом с синим квадратиком. Секундка стоит. Ну, контроль дам. Они уже подошли там, да? Можно вести, да, по сути? Да-да-да, иди. Все, и бьем босса, бейте босса. В центре держите. В 4 игрока. С этой, с темной меткой постоянно выбегаете. Мага захилите, ага, молодцы. Новый ПКД, только не одновременно получили. Все, еще раз повторяю, в центре Элем, Шанан. Вот так. Стой в ворот. Так, Ралли, будь в центре. И маг, короче, Могр, вы в центре. Все, остальные все на контроле задействованы, кому как и говорил. Новую. Все, в центре морозьте их. Стрэш пошел, давайте, ребята, внимательно. Последний рывок и будем потихоньку. Вижу, идет. Вот этот законтролен, видишь, рядом с синим квадратиком, законтролен. Вот тут три штуки идет, где бот идет, где портовар. Тут под синим квадратиком надо заморозить. Просто ну удайте. Сейчас я тебе помогу. Опа, босс через них прошел. Через кого? Тут два. Нормально, нам хватит хомоботов, нам их хватит. Так, все, теперь давайте контролим, короче, их. Весь ненужный трэш сливаем. Босса не бейте. Стой, не иди. Стой, не иди, надо откинуть. Тебе. Все, давай, иди. Босса не бейте. Иди. Подбиванием занимайся, слышишь? Попроси. Я, короче, подбиваю. Да, подбиваю. Вы смотрите сами, пока я подбиваю. Закручивать надо. Потихоньку уже. Выход в одну точку следить. Тут моб одинешенник. Один-одинешенник. Сейчас в одну точку сводим их, контролем. Я пока подбью. Не надо босса бить. Что-то там закручивать? Да. Нормально, еще 2 минуты. Сейчас отчетенько всех подобью и будем начинать потихоньку. И стать по моей команде. Из точки выбежали. Скажи, когда будет. Кастует новую. Новую дали маги. Кастует 5 секунд. Сейчас вот просто замедляйте фростнову, короче, не кидайте. Конус холода просто без фростновы. Кто юзайте. Там АОЕ бьет? Кто там? Просто замедляйте их, чтобы они на месте не стояли. Просто замедляем. Скинул рекаун, блядь. Давай, Слава, потихоньку у бомботов бдилку на васабика. Я смотрю, видишь, бомботы на васабике, бдилку на васабика. И готовься сейчас по моей команде. Вот синий квадрат. Все ориентируемся на синий квадрат. Че мне масса гроздь делать? Да. И тут ну, сейчас нажал. Нажал масса. Во. Нажал масса. Во, ребята, мы росте. Росте маги. Команда. Вот мы розим, давайте Геру и бумботов играем. Бумботов точечно. Только в бумботов. Все подходим в центр. Ботов. Еще бомбота. Нету. Сколько ты засчитала? 15 засчитала. Вообще не засчитала. Смотри, тут хомоботы по 7600. То есть мало подбили, не всех подбили. Тут даже за 10 есть хомобот. Не бейте, надо умереть сейчас. 4% у него осталось. 15 штук засчитала. Так, я, короче, видел там какой-то ШП еще вместе со мной помогал, подбивал. Попроси, да, я вроде. Бибоп еще кого-то попроси, кто нормальный. Бибоп ДС. Да только тот, кто шарит, чтобы подбивал.
Или, видимо, не успел или что. Вроде всех протыкал. Подбил. Ну, вы там до скольки подбиваете? Я сейчас старался до 4000. До 4, там до хрена их было, который типка больше был. Пусть Дуду типка тебе тоже помогает. Окей. Тогда сейчас на последней фазе все точно так же делаем. Помогите мне потом кто-нибудь этих хламоботов подбить. Не-не-не-не-не. Кто-то точечно. Я видел, Олег подбивал, еще кто-то. Да я не подбивал, я ДЦ. Понял. Значит, же ШП подбивает, он может пытку отменять в любой момент, там под 3000 урона выносит. А тебе ДЦ обязательно быть? Или что? Может, подбиваешь? Не, нормально все, подобьем. Все, давайте ресом все идем и... Победный сейчас будет. Ну ты сейчас видишь, уже 15. Же визуально вроде вместе стояли, да, мы были? Ну да, да, сейчас, возможно, даже я ошибся. Ну, даже скорее всего. Не всех подбил. Но вроде более-менее так все в точке стояли. Вроде все так идеально было. Мы также стараемся, чтобы он не съел мобов. Больше шансов. Ну да, каску сейчас там... дайте. В тот раз без каски были. В конце сам смотри, на ком, короче, агру бумботов. Хламоботы, они никогда цель не меняют. У них тупо постоянно, короче, босс. А бумботы, которые взрываются, они меняют. Там они почти все на васабе были. На него бдилочку кидаешь, и нормально, под конец. Кстати, а вот что бомбот сейчас на васабе пошевеляет, в принципе, в центр таунча. Нормально? Я приду, затаунчу массуху и все. Давай я в ШП спекнусь, козырь ДЦ, и я подобью мобов. Дуду типа не подбивай, я подобью. Нормально подбивал сейчас, красиво. Только смотрите, если там сейчас хила поменьше будет, возможно будет пожестче танков пробивать. Козырь ДЦ просто и спекнется. А, кассира ресую. Кстати, там в бою бафы раздаете, и не хватает. Начинать. Кассир, Могр. Подходите, будем начинать. Кушайте там рядом с синим квадратом. А, смотри, кто там босса водит, мутант или кто ли. Смотри за синим этим квадратиком. Короче, если вот тут вот нигде нету этих... Видишь, Ваня? Вон, если бы сюда уходит, мы будем проводить, я знаю. Вы нет, я имею в виду то, что, короче, на эту кучу, если что, тебе можно забираться. Понял? Где-то тут вот обходить, то есть тебе не обязательно вот тут вот бегать. Ну да. На эту кучу вообще можешь забраться, короче, по идее. Либо вот тут вот где-нибудь вот бежать. То есть, короче, тут текстуры не совсем нормально работают. Тут обежал у самого края. Это тебе даст очень большое преимущество. Или кто босса водит? Слава, ты? Мы вместе водим, я, ну, помогаю, когда надо быстро провести его. Он один справится, да, не сможет. Он съедает, я водил один, он съедает двух, трех, четырех мобов. Там надо. Давайте чекаю и погнали. Смотрите по бахам, что у них хватает. Пристабав, смотрю, нету. Даже-ка, дудутит. Пристабав. Огр, фотон, подходите, вам уже мобов начинать. Давай, иди, начинай. Чё, Валера, не хватает, напиши в чат. Новые игрушки для меня! Обещаю, в этот раз я их не поломаю. Танта хильте? Так, я побежал. Еще 10% убиваем. Темными метками постоянно на протяжении всего трава убегайте. Там у нас Могар, я его подхилю. Хилы не отвлекайтесь. Шестый. Переходка, разошлись все на исходке. Идите, идите, контрольте уже, ребят. Чекаю на АФК, смотрите внимательно. Могар пришел, нет? А
чё здесь два фростмага стоит? Королюшка, иди в верхний. Вон к той. Кто в контроле не участвует, у трамбовщика забирайте и бейте. Кружочек слить. Давай, 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 иди, Ваня, иди, не бойся, иди. Во, иди, иди, тут нету никого. Отлично, корни, да? Вон, иди, иди, ага, все, отлично. Кину их. Ребята, вы зря их сейчас подбиваете, слышите? Не подбивайте хламоботов. Вообще их нету. Рядом синим квадратиком заморозить надо. Иди, иди к лестнице уже. Тут вот только этих хламоботов. Не подбивайте никто. Идут. А нормально все. Уводи. Дайте фростнову рядом с синим квадратом. Все отлично. Давайте теперь этих старайтесь в центре собрать. И по КД втроем там кидайте. Шанан. Так, Могр, ты тут подошел? Вижу. Шанан в центре, Могр и Панкромейн Хант. Все, в центре там примерно в синем квадратике. Вот тут вот рядом с тотемами стойте и по КД кидайте заморозку там и так далее, чтобы они на месте стояли. А все остальные босса бейте. Еще дайте новую теперь к воротам ведем, пока 10%. Окей, резну фотона. Фотона резну. Фотон, ты тут? Сильно бейте. Да, сильно. Да. Переводите у ворот. Дайте новую. Ворот приведите. Кастуйте. Ты там и в центре. Еще раз повторяю, втроем в центре Панк Ромейн, Могр и Шанан. Забираем там. Я наперед погиб, кто будет как-то бегут. Стой тут, там... не веди, ну куда ты ведешь? Тут. Иди поближе к воротам туда, прям в центр. О, примерно туда еще, подальше к текстурам, вон туда уведи. Тебе эти босса сейчас переходка будет. Уже наперед беги, я еще дальше пробегу. Пока стой. В центре контрольте втроем. Во. Все остальные, кого не называл, кто в центре не остается. Идите кучу, мы контрольте мобов. Ждите, сейчас они появятся. Не так далеко. Сейчас мобы могут быть рядом. Вот стой. Ну тут мобы, где сова? Где сова идут? Просто ты тут замедлишь, я дальше пойду, если что. Давай фростнову, молодец. Сюда на синий квадрат босса. Веди, веди, веди. Теперь уходи туда далеко. Уходи далеко. Откину. Я помогу. Во. Все, и проходи, проходи. Рядом с синим квадратиком. Дин маг, помощь нужна. Стой, 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 не подбивай. Очень, очень сильно бьешь по хламоботу. Откину, сейчас откину. Уводи, уводи, уводи скорее. Увожу. Я завис, я завис. Очень тоже. Все зависли. Падла. Сколько? Нет, развис. А, не отлагалось. Все, отлагали. Новую, давайте. Развисли новую. Кастую. Опять лаги. Все, мы уже зашли. Да все, упадет по-любому. Да, началось. Это какой-то ивент, а босс, наверное, опять 60 уровень. Да, просто не вызывай этого пэта своего, он убил хламобота. А, он забыл этот стоп, да, это, сори. И, ребята, сейчас, перед тем, как вы уйдете фкшить, когда серф, если упадет, я еще раз говорю, на первой, на второй фазе вы не будем, только на третьей.